Итак, мы посетили все достопримечательности в самом городе и едем за город в Сурбхач. Добрались до Сурбхача, церквушки, которая располагается в горах. Церковь является армянской апостольной. Монастырь 1338 года. Сейчас пройдем немножко в лес от источников. Папа правильно сказал, он вот эта вода, она течет с самого верха вниз и туда вот. Ярусно, в общем. Вот и лесок. Так, а теперь зайдем в само здание. Ну это кушать обидно. На обед, на ужин тебя зовут. Печи, смотри какие. Thank you.
Так вот, это не кушать меня звали. Это служба. Ну все, мам, я знаю, где ночевать сегодня буду. Я знаю, где ночевать буду сегодня. Это моя келья. Я тут уложусь и спать. Ветра нет, тепло. Очень тепло, на самом деле холодно, мам, ты чё?